конце 30-х годов 20 века американская поэтесса Тесса Суизи Уэбб предложила объявить 15 октября дату рождения древнеримского поэта Вергилия Днем поэзии. В 1938 впервые праздник прошел в штате Огайо. К 1951 уже все штаты США и Мексика ежегодно отмечали этот день как национальный праздник. Позже подхватили другие страны. День поэзии постепенно охватывал всю планету. В 1999 году по инициативе Марокко 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день поэзии 21 марта. Почему именно эта дата? День весеннего равноденствия, пробуждение природы, наверное, предрешает не то чтобы возрождение поэзии, но еще большее ее развитие. С тех пор Всемирный день поэзии отмечается ежегодно в День весеннего равноденствия. Из обращения ЮНЕСКО. Отмечаемый ежегодно 21 марта, Всемирный день поэзии празднует одну из наиболее ценных форм культурного и языкового выражения идентичности. На протяжении всей истории поэзия была неотъемлемой частью общества. Ее можно обнаружить в каждой культуре и на каждом континенте. Поэзия является выражением нашей общей человечности и общих ценностей, превращая самые простые стихи в мощный катализатор диалога и мира. Всемирный день поэзии – это повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, такими как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах массовой информации. Поэзия продолжает объединять людей со всех континентов. Присоединяйтесь к празднованию. Как сказал Леонардо да Винчи, поэзия – это живопись, которую слышат. Музыка слов, поэзия окружает человека с самого рождения, начиная с колыбельной, напеваемой мамой. Каждый хотя бы раз в жизни замер от волшебного звучания слов, сложенных в стихотворение. Удивительно, но поэзия – одно из древнейших искусств, на сотни лет старше прозы. Сложно сказать, когда точно появились самые первые стихи. Вначале поэзия была неразрывно связана с музыкой. Проще запоминались в зарифмованном виде легенды и сказания. Устное народное творчество по большей части существует в не совсем идеальных, но стихотворных пересказах. К тому же поэзия более выразительна и эмоциональна, чем проза. Глубже передает эмоциональное состояние. Принято считать, что первые стихи написала поэтесса-жрица Энхидуанна, дочь царя Сарагона. Найденные в 20 веке клинописи на алебастровых дисках датируются 23 веком до нашей эры. Женщина от первого лица рассказывала о богах и святилищах, слагала гимны главному богу. Впрочем, в Средневековье в поэтических произведениях преобладала религиозная тематика. Тогда же это стало письменной формой литературы. Развитие началось в эпоху Возрождения, когда в стихах заговорили не только о божествах. Классицизм ввел деление жанров – ода, поэма, басня. С каждым годом из века в век язык поэтических произведений расширялся и обогащался выразительными средствами, объединяя народы и культуры. Отражение искренних чувств и эмоций в стихотворной форме находило отклик в сердцах людей всей земли, издавна поэтам доверяли, как никому другому. В России поэзия всегда играла большую роль. Но вот как литературное произведение стихи появились не так уж и давно. Вот, например, стихотворение Симеона Полоцкого «Царь смиренный», середина 17 века.
Октавиан, царь римский, кроток зело бяше, и с простолюдинами беседы творяше, о том и советнице яше увещати, дабы ся не изволил только смиряти. Рече, таков аз хощу царька малым быти, какова аз хотел бым царя к себе зрети, аще был бым из чина родом умоленных, славой и богатством в мире непочтенных. Известнейший ученый Михаил Васильевич Ломоносов помимо науки занимался искусством и литературой, переводами, написанием стихов и прозы, басен и од. Он же создал теорию русского стихосложения. Стихотворение Михаила Васильевича Ломоносова. «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, кто больше пред людьми, ты счастьем одарен. Препровождаешь жизнь меж мягкою травою и наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел во плоти, или лучше ты бесплотен, ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, что видишь все твое везде в своем дому, не просишь ни о чем, не должен никому». Смело можно сказать, что стихи в России больше, чем стихи. И в горе, и в радости наш талантливый народ живет стихами. Простое перечисление поэтов России займет не один день, да и вряд ли много в мире стран, где миллионы читают стихи, как здесь. Поистине, поэзия нас объединяет и возвышает над обыденностью. И русская поэзия по праву занимает особое место в литературном искусстве. Стихи классиков – это великолепный образец передачи мыслей и чувств поэтов. В них человеческий мир отображен со всеми своими страстями и противоречиями, горечью и счастьем. Александр Сергеевич Пушкин – национальное достояние России. Своим творчеством он заложил основы создания современного русского литературного языка. Его поэтические произведения предназначены для любой возрастной категории. Во всем мире детям читают сказку о рыбаке и рыбке, сказку о мертвой царевне и о семи богатырях. Становясь старше, люди знакомятся с великолепными поэмами «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», одно из грандиозных произведений русской словесности – роман в стихах Евгений Онегин, переведен на многие языки мира. В наследство потомкам великий поэт оставил сотни стихотворений, в которых отражал свое социальное, политическое, философское или лирическое отношение к жизни, к людям, их переживаниям, чувствам и поступкам. Сергей Александрович Есенин – всемирно известный русский поэт, певец крестьянской России. Его умение рисовать поэтические картины русской природы подчеркивает неразрывную связь с народом. Сила поэта в безмерном чувстве любви к родине. Он выражает эту любовь в зримых образах, причем они не всегда привлекательны. Край может быть обездоленным, заброшенным, но все равно любимым. Стихотворение Сергея Есенина «Какая ночь». «Какая ночь, я не могу, не спится мне, такая лунность, еще как будто берегу в душе утраченную юность. Подруга охладевших лет, не называй игру любовью, пусть лучше этот лунный свет ко мне струится к изголовью. Пусть искаженные черты он обрисовывает смело, ведь разлюбить не сможешь ты, как полюбить ты не сумела. Любить лишь можно только раз, вот оттого ты мне чужая, что липы тщетно манят нас, сугробы ноги погружая. Ведь знаю я, и знаешь ты, что в этот отсвет лунный, синий, на этих липах не цветы, на этих липах снег да иней. Что отлюбили мы давно, ты не меня, а я другое. И нам обоим все равно играть в любовь недорогую.
Но все ж ласкай и обнимай, лукавой страсти поцелует. Пусть сердцу вечно снится май и та, что навсегда люблю я. Достойными продолжателями русской поэзии стали поэты, жившие в Советской России. И среди современных поэтов найдется немало тех, кто способен завладеть читательским сердцем. Кроме того, знатоки литературы уверены, именно поэзия наиболее точно способна отразить дух времени, затронуть сердца читателей и сказать о главном в стихотворных строках.